Ну что ж, я могу сказать, друзья. Как говорится, привет Николаю. Волочь конкретная. В общем-то, все-таки мне пришло сообщение. Вот видите, сколько тут кораблей. Вот, короче, здравствуйте, приехали. Пришло мне сообщение второй раз. Он мне говорил, надо новую игру начинать. Я вот загрузился. В общем-то, понятно все теперь, как это работает. В общем, ну как работает. Сейчас я покажу эти сообщения. Надеюсь, глючить не будет, потому что здесь убраны некоторые виды кораблей. Как видите, уровень сложности два раза получается, так же, как я раньше делал. Просто видно, он изменял скрипт, который меняет, короче, положение, потому что вот большая орудийная платформа, и вот тут две мурены, к примеру, расположены, как вы видите. И целая кутерьма больших кораблей. Вот как вот этот сектор, к примеру, центральный захватывать, я, честно говоря, хрен его знает. Даже говорят, и вообще реально. Так, я в секторе Ганеров сейчас. В общем-то, довольно-таки весело. Я вам скажу, потому что такой флот... А, ну хотя вообще-то такой флот победить-то, если мне будут... Хотя я не знаю, какие мне корабли еще будут выдаваться. По тестам я пробовал через чит-меню. Там получается абсолютно рандомные корабли. Мне может 25 вообще им первых выпасть. Так что... Ну или 25 им первых. 25 им пятых может выпасть. Или им шестых каких-нибудь. Короче, 25 фрегатиков может выпасть каких-нибудь странных. Либо 25 вообще им один. Абсолютно рандом там. Я это проверял. Время искусственно на компе увеличивал. Так что как-то так, друзья. Сейчас давайте-ка я хочу слетать куда? Хотел слетать. А, да, вспомнил. Так, корабли все на своей базе там застыковал. Меня сейчас волнует одна интересная вещь. У ганеров, к сожалению, как ни крути, у них не приходит подкрепление на вот их станции. Сейчас... Хочу слетать до этих врат, проверить. В общем-то, в чем прикол вот в этих уровнях сложности? Я не помню, какой это именно скриптовый файл это делает, потому что этим давно занимался, и мне это получалось через одно место, у меня все лагало. Сейчас посмотрим, будет ли здесь для начала, друзья мои, лагать. Слишком много, к примеру, нюансов, которых мне непонятны. Ну, на 1000 софт пока не лагает, потом посмотрю. Ведь что, просто начну еще раз новую игру, это не так страшно. Потому что там она лагала. Спустя примерно 9 часов игры уже невозможно было играть. Некоторые части у меня были убраны-то. А, вспомнил. Тогда там был прикол еще в том, может, он починил это, кстати. Так точно не скажу. Ладно, проверим, будут лагать или нет. Это слишком пока рано об этом судить. Там просто, получается, все корабли дублировались. И эти гражданские, все остальные. Здесь гражданские корабли, если в моде тот не получится убрать, они очищаются. Здесь есть дополнительный фикс. То лагать не будет. Потому что там, ну, знаете, когда все под сотни кораблей гражданских, эти маленькие точки, от которых ни бабок тебе не платят, ни хрена. Так, налоговые, да? Воронский, Мако, агрессор. Ох, блин. От этих ребят я терпеть не могу. Так, давай-ка ракету побыстрее выберем. Воронский, налоговая. А эти Шип. Далеко, да? Эти довольно близко. Врата. Воронский. Мако. Защитник. Ага. Воронский. Бракуда. Так, в Баракуд надо три ракеты. О, не три. Что за... Ох ты, ё-моё, я вспомнил. В общем-то, когда-то давным-давно я играл с модификацией, где прилетал к вам неизвестный объект. В
выкидывал вот такой вот порожняк. После того, как он выкинет этот порожняк, пролетал такой некисленький флот. Кстати говоря, давайте посмотрим, что за флотик припрется ко мне тут. Воронский, барракуда. Ну, ракета, давай, я в тебя верю. Отлично. Воронский, гражданский корабль. Так, сколько здесь гражданских кораблей? Не так и много. Королевский баронский флот поступил мудро. А вот, кажется, они или не они. Баронский, таможенное управление, барракуда. Цель – барракуда. Так, барракуда надо на него 4. Баронский, таможенное управление, Мако. Жало установлено. Игла установлена. Воронский. Таможенное управление. Барракуда. Агрессор. Я врежется. Врежется и не попадет. Цель покинула зону поражения. Ракеты, я смотрю, они не пускают. Можно здесь это не активировано. Воронский. Налоговая. Жив. Врата. Гавань королевы. Гавань королевы? А, ну это соседний Воронский, сектор. Налоговая. Понятно, врата, откуда они сейчас Воронский, будут лезть, как говно с проруби. Установлена. Ракетки-то у меня кончаются. Ну ты там Воронский, будешь выползать? Таможенное управление. Барракуда. Что на маяк никто не прыгает? Воронский, интересно. Налогов. Воронский, налог. Не хватает воды. А тут единственный вот минус, то что когда взрывается один корабль. Воронский, налоговая, шип. Ага, размечтались, ребят. Я управление более-менее адекватное поставил. Таможенное управление. Барракуда. Агрессор. Здесь есть какой-то вид неуправляемых ракет. Ну, без самонаводки. Управление. Барракуда. Воронский. Налоговая. Шип. Внимание, ракета. Мне все интересно, просто к маяку кто-нибудь тут полетит или как? Сразу. Внимание, ракета. Вижу. Цель в зоне поражения. А, вот это вот не управляя, кажется, и была ракета. Внимание, ракета. Цель покинула Вижу. Зону поражения. Мысли покинула зону поражения. Чегось? Цель в зоне поражения. А, это он так летает просто по кругу. Барон надеется питаться. Плохо. Воронский. Налоговая. Шип. Он ее собьет, да. Воронский. Налоговая. Шип. Барон надеется пифтануть. Чего? Цель в зоне поражения. Пифтануть? Повысили. Понять, что это вообще все в принципе означает. Воронский, налоговая. Воронский, налоговая. Шип. Цель покинула зону поражения. Ядрит, сколько у тебя там щитов? Я по нему еле попадаю. Баронские корабли с собаком маленькие, блин, по ним хрен попадешь. Но вот на маяк что-то никто не реагирует. Вот что забавно.
Я смотрю, их все больше и больше. Воронский, налоговая, Так, Мако. ладно, понятно. В общем-то, я пока поперся домой. Цель покинула зону Как поражения. раз с рандомным рейсом кораблей такая охрана секторов, если не будет лагать, то будет как раз идеально. Так, стоп. А, так я уже на прибежище темноты. Кому интересно. Некоторые корабли у меня здесь есть. Сейчас я с них тут поснимаю всякую няшку-вкусняшку. Поставлю их на разборку. Так, где мой статус пилота? Уровень. Маловато, маловато. И ракеты уже почти заканчиваются. По идее, мне этих ракет должно хватить 10 уровня, чтобы поднять. Там ракетки уже тоже пойдут. Вот видите, немного подлагивает на 1000 часов. Хотя лаги, по идее, не такие пока что, но это еще проверять надо. Я в игре еще не слишком долго. Но вроде вылетов и критических крашей пока не было. Не, ну было, когда я 20 примерно раз через ворота туда-сюда сиговал. Добро пожаловать на вашу станцию. Контакт с местной торговой сетью. Так, давайте-ка сейчас посмотрим. Пристыкованные. Обмен грузом. Так. И здесь также должно быть одна интересная вещь. Жало. Перевод произведен. Интересная вещь это заключается в том, что у меня корабли с данными улучшения, которые, как видите, здесь стоят. К примеру, улучши Black Mauser. Вот это вот я себе все переставляю. Боевой сканер Сид. Пример вот так вот. Боковые двигатели, транспортер, перевод произведен. Стыковочный сканер минералов. Как видите. Произведен. И весь прикол должен быть сейчас, друзья мои, в том, что я корабли эти поставлю на рельеф утилизацию. Сейчас я вот только ракету всех сгружу. И те, которые изучили вот эти вот улучшения должна мне станция тоже делать. Я не знаю, правда, какие ресурсы она, зараза, будет потреблять. Я не строил никогда штаб-квартиру. Так, где у меня тут параметры станции? 20. Вот, все, они пошли на переработке. И у меня потом должен появиться, по идее, чертеж. И, по идее, должно появиться также... Колючка. Жало установлено. Да, пока жалом попозже. Также должны появиться их улучшения, которые были на этих кораблях. Возможности элгрейда своих новых кораблей. Корабли случайные. Я не знаю, какие там алгрейды мне выставили, сразу скажу, потому что человек вообще-то в эту игру не играет, но со скриптами хотя бы разбирается хорошо. Это еще один уровень сложности, да? Это... Здесь единственное, чем удобно, я могу, по идее, захватить любой сектор, уничтожив торговую главную станцию. Воронский. Осьминог. Привет, девочки. Воронский. Барракуда. Барракуда. Ну... Колючка. Установлена. Воронский. Барракуда. Блин. Жало. Установлено. Воронский. Осьминог. Воронский, барракуда. Воронский, барракуда, агрессор. Так, я надеюсь, все получится. Это мне лишнее бабло принесет.
Ага, эти гады ракеты-то сбили, я смотрю. А нет, вот летит еще Цель в одна. зоне поражения. О, двоих сразу, отлично. А нет, вроде засчитал или нет, блин, нифига не понятно. Врата Оазис Минилаи. Так, мой статус пилота. Ой, я же забыл. С увеличением двойной сложности у меня и рейтинг будет расти, как у убитого зайца. Встает одно место. Так. Не, ну ладно, я тогда здесь уже вот попарюсь. Оазис Минилаи. Вот он, паракуль. Колючка установлена. Готово. Ты кто? Терракорп. Терракорп. Торговец оружием. Терракорп. Эскорт. Нова. Рейд. Баронский. Налоговая. Шип. Шип, шип, шип. А шипов надо только быстро не ракет. Жало. Установлено. Параницкий. Зевс. Зевс. Слушайте, здесь Параницкого Зевса я уже восьмого, наверное, вижу. Что-то тут Паранид вообще звезд. Терракорп. Эскорт. Нова. Рейдер. Разлетались. Ну, против Нового вообще Барон. Бесполезно, по сути. Параницкий. Завод ФАТ. Королевская. Терракорп. Эскорт. Терракорп. Торговец оружия. Фабрика удар. Фабрика Баронский. Перевозка. Продав. Производственный. Баронский. Гражданский. Фабрика микро. Баронский. От гражданских налоговая. Не имеет смысла. Баронский. Налоговая. Ферма планктона. М. Производственный комплекс. Баронский. Барракуда. Ну, подождем. Баронский. Ага. Не погружаться. Нет. Баронский. Почему нет? Шип. Баронский. Налоговая. Мако. Цель в зоне поражения. Колючка. Самоуничтож. Колючка. Самоуничтожился. Не погружаться. Нет. Да нифига. Эскорт. Нова. Рейдер. Но все ракеты позбивала, скотина эдакая. А, сейчас Баронский. Этот будет летать и здесь налоговая. Меня доставать. Шип. Баронский. Налоговая. Шип. А если его попробовать... Колючка установлена. Терракорп. Ферма планктона. М. Альфа. Баронский. Ледяной комбайн. Баронский. Налоговая. Шип. Попробуем. Жало установлено. Сомневаюсь, конечно, что получится. Но все ж таки мечтать-то не вредно. Параницкий. Зевс. Баронский. Налоговая. Шип. Так, это у меня ракеты жало. Сообщение. Что вы еще хотите? Колючка. Самоуничтожился. О, погоди, мне что, подкрепление починили? Посмотрим. Сомневаюсь, правда. Ага. Починили, как же, 30 раз. Блин. Раньше, когда я играл с этим модом, вообще хорошо было. Принято. То есть там Баронский, налоговая. Потерял корабли, новые пришли. А здесь вот только доходит как бы все до одного. Новых Баронский, подкреплений толком-то и нету. Мако. Баронский. Барон надеется питануть.
имеет в виду сбежать. Не хватает воды. Вас повысили. Да-да, воды тебе не хватает. Конечно. Как же. Давай-ка попробуем этих чудиков подоставать уж. Воронский, налоговая, шип. А вдруг получится что-нибудь? Не, ну он сбивает их очень модно. Блин, очень мелкие корабли, по ним очень тяжело попасть. Воронский, налоговая, шип. Да, по ним попадать, конечно, это жесть. Не, это бесполезно. Воронский, налоговая, шип. Барон надеется питануть. Надо, короче, отсюда сваливать. Не вариант с ними воевать. Они ракеты все сбивают нафиг. Летели, короче, на станцию. Посмотрим. У нас там перехватчики есть. Во-первых, это ракеты дополнительные. Стыковка разрешена. Автопилот включен. Посмотрим, что у меня там с кораблями случилось. То барракуда или бригантина. Новая разработка, пришедшая на смену устаревшему тяжелому. А, кстати, здесь включено, что пираты, кто не в курсе, не атакуют станции. Потому что здесь пиратов очень много. Если они еще пойдут станции атаковать, здесь вообще коллапс будет. Можно даже мод конфликт не будут не устанавливать. Я изначально хотел его установить, но здесь с модом конфликт, который позволяет всем расам воевать друг с другом на промполуй, не только Аргон Борн против Сплит Теллари или с кем они там воюют. Если вообще все против друг друга начинают воевать, и вся беда в том, что окончательно идет, и я пролетаю, там уже разодраны практически наполовину сектор. То есть охраны толком нету, ничего толком нету. Мне это не очень понравилось. Когда вот захвачу там много очень кораблей, можно будет поэкспериментировать. Сейчас нет. Так, хорошо. Они еще... 25 мегаджоулей щитами обычно оснащаются, да? Большие истребители, транспортные и пассажирские корабли. Щиты жизненно необходимы в космосе. Так. Они защищают корабль от метеоритных повреждений и полезны в бою. Обратная инженерия. Может, на переработку? Хотя... Ну давайте тогда на переработку их, что ли, поставить, как думаете? Так, стоп. Разведчик, разведчик, разведчик. Давайте для начала я посмотрю. Что? Явно пристыкованные корабли-то вы что, прикололись? Так, разведчик готов. Ага, вот он. Мне ракеты-то жало нужны по-любому. Так, перевод произведен. Хорошо, и давайте тогда я сейчас поставлю очередь на переработку. И потом уже посмотрим, что с ними случится. Обратная инженерия, переработка.
Хрен с ним, пусть они перерабатываются. Средства переведены. О, один вроде переработан. Нет, это обратно инженерия. Он должен здесь находиться. А почему не работает? Ладненько, друзья, тогда пока на паузу уйду. Попробую понять, почему не работает. В СУВе посижу. Приветствую всех, друзья. Ну, что я могу сказать? Позвонила человечку. В общем-то, давайте выбираем третий уровень сложности. Экстрим. Чтобы жизнь маленькой не казалась. В общем-то, я поговорил. Он не помнит точно. Но в игре вроде как была возможность... Была возможность включения после каждого вашего пятого левела, короче, боевого ранга, то есть на пятом боевом ранге вы выбираете снова уровень сложности на 10, на 15, на 20 и на 25. Он не помнит, включал он это или было оно выключено, но, в общем-то, он именно поэтому-то и поставил мне респ случайных кораблей. Давайте теперь с помощью чит-меню посмотрим, откроем галактику, что за... Шмарту, бляха, будет твориться. Режим. Ох, как игра-то начала лагать-то его. Внимание. Мудрость Этриус. Атакован один из ваших. Жесть! Синовский сектор 472. Ад! Хотя бы две мурены. Так, до ксеновского ядра я доберусь. Дайте добраться до ксеновского ядра. Все лагает-то. Раз, закрылось. Так, а здесь у нас что, тоже закрылось? От зараза. О, может я до Аргона доберусь главного? Погоди-ка. Что у нас на Аргоне там? Лунаринга. Аргон Прайм открытый? Нет, он закрыт. Вот зараза. А на Луне? Что у нас тут появилось? Охранник Экскалибура, Аполлоны. Ну, в общем, вот такой кошмар будет твориться, друзья. Щелочки-мышки слышны уж, извините. Пришлось немножко мне встать. Так, давайте-ка еще раз посмотрим. В общем-то, если уровень так сложности будет расти... Простите, пожалуйста. А, с древними они что, дружат, что ли? Напухли. Запределье, что тут у нас? Ну, на древних это, смотрю, не касается. Так, о, путь странника. Что у нас тут? Так, владыки две. Гонеров, гнездо, орбиталка, дом паломников. Ага. Это, говорится, я спойлерил, ну ладно. Мне самому просто интересно. Так, давайте-ка я попробую. Пользовательские читеры. Мне очень посмотреть, что там в еде творится. Один из ваших кораблей. Императорский отрок. Корабль улучшенный, спутник. Где он у меня там? Чтобы дальше тут творится, тут и так, я думаю, каждому будет понятно, но корабли... Внимание! Атакован один из... Ну ладно, это я уже в следующей серии слетаю. Мне интересен тут нижний аргонский сектор. Что там, может, новое появится? Так, ксенонское ядро. И давайте у верфи ксеноном установим. Спутник свой шпионский. Улучшенный спутник МК. Попробуем. В наличии. Это я потом загружусь как бы нормальную игру. Сектора было нормально открывать. Сейчас мне интересно, что здесь творит. Ох, японский бог. А, ну здесь, смотрю, не так много кораблей. Внимание. А, у них, походу, добавились их неспециализированные корабли. 23. Он владыка, ксенон, Д, что за ксенон, а. Ну вот, у них, походу, добавляются вместо вот этих вот, как вы
могли понять. Корабли, в общем, короче, они, видимо, здесь добавляются по своей силе. Довольно-таки забавно. В общем, вот такого вот ад тут ждет. Но хотя бы, я думаю, захват вселенной будет довольно интересен. Пока игра не лагает, не вылетает, с ней ничего не творится. Я надеюсь, подкрепления будут ко мне нормально идти. Но вот только вопрос здесь. Вероятно, придется с помощью чит-меню поставить себе ядро промышленного комплекса. Потому что, когда тестировали вот это дополнение, ну, подкрепление... А, вот почему я не мог понять. Мы же, когда тестировали подкрепление, я себе с помощью читов прописал сразу 25 уровень. И там уже тестировали приход подкрепления раз в 3 часа. Слушайте, довольно-таки прикольно. И там с подкреплением как раз приходили вот эти вот, сейчас я вам покажу. Я не знаю, как с этим конкретно работать. Сейчас я вам покажу. Там абсолютно случайные корабли приходят. Где они тут? Покажу их. А, так я могу с помощью чит-меню сейчас запустить. Это ж на чит-меню основано было. Давайте я вам запущу с помощью чит-меню. В общем-то, скрипт был сделан с помощью чит-меню. Ну, не с помощью него, а на основании его. Как-то так, короче. Так, вот, создать флот, к примеру. Да? И вот здесь, к примеру, мы создаем вокруг улучшенного спутника. Насколько я понял, вот это вот создание случайных кораблей. А, нет. Нет, это все не то. Создать флот. Давай-ка здесь вот. Ага, случайных кораблей из класса. Класс, по идее, может или не здесь это. Давай 25 сейчас поставим. Сейчас они про. А, вот-вот, это все выбирается, походу. All ships выбираете. И вот на основании вот этих вот скриптов и был сделан. Ну как скриптов, на основании этих команд был сделан скрипт. Я как говорил, в скриптах. Не очень соображаю. Ну вот видите, вот что у меня появился. Вот, 4. Просили показать. 4 корабля, к примеру, появилось. И вот, видите, вот эти микросхемные цехи и центры боеголовок. Вот это вот все, они идут в соответствии там с ядром ксенонским или чем-то еще. Точно не помню, но с этим я буду разбираться потом, до 25 уровня, пока как до Шанхая Рака. Вот видите, вот какие случайные корабли появляются. Даже тяжеловоз. Что-нибудь в нем есть? А. Мне интересно, станции тут могут появляться, хотя вряд ли. Станции, наверное, тут придется... А, ну у меня же есть мод, который позволяет покупать любую станцию. Так что это не проблема. Ну вот как-то так, друзья. Увеличенный уровень сложности уже получается 3x. Интересно, до 5x что там будет? Не вылетит.